Напряг явно фигни, а вдруг он придет? Аргумент? Не, не аргумент. Там просто сопряга можно любым магом. Рейнджер, ты меня в могилу светешь. Ты, я тебе говорю, если подгорит на 1-1-2, ты просто, я не знаю. Бля, это башню надо было брать, я тебе говорю. Слышишь, чего? Алло, башню надо брать. Скажи, я передумал. Тебе точно говорю, Паш? Блядь, это слабак. И мы и Индре людей отдали, да? Правильно? Подожди, что ты мне крик собрался на Эльке, я тут подумал. За Гошу. Так, ну фига себе, короче, 500 рублей же нафиг. В курсе, вот на стрим зашел. А еще у меня залагалось. Алло! Слышишь меня? А что ты мол? Слушай, я думаю, я тут с ума уже схожу. Глупики, что ли? Алло. Ну ладно, я разговариваю. Я точно ты разговаривать не буду. Че, я не знаю, начинаешь. Промолчи. Ты живой там вообще? Когда я типа обиделся на тебя, тебе нужно было извиниться. Рэдди, блин. Алло. Тебя выкинули, что ли? Вроде работает. Все, короче, вот оно вот не работает. Никакого стрима. Фредди помер. Женя серым, Женя красным. Красным. Я серым так. Башенку бы отобрал. Негодяй. Написать, что Рэйк сдох. Две минуты.
Эдди, кажется, сдох. Утонул. А вот ты и не тут. Я тебя не слышу. Не знаю. Вот ты слышишь себя? Я вот не слышу, например, тебя. Что ты там делаешь, это самое? Потеешь, например. Давай, алло. Тебя, скорее всего, да. Я потому что тебя и на стриме не слышно, и так не слышно, вообще никак не слышно. У тебя мало того, что микрофон наипнулся, я еще не вижу это самое городов. Я не могу замок взять. Так, что у меня флагс там, да? Я еще и синий, да ты. Ой, holy fuck.